Анкара ответит на решение президента США Джо Байдена признать так называемый геноцид армян в начале 20 века в Османской империи. Как передает канал 13, об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в беседе с агентством Reuters. В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней, заявил представитель Эрдогана. Калын также назвал решение американских властей просто возмутительным. При этом он не уточнил, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе «Инджелик» на юге Турции, которая используется для поддержки международной антитеррористической коалиции.